50 титулованных картин, мастер-классы, круглые столы и встречи профессионалов индустрии кино со всего мира. Позади 7 дней плодотворной работы, и сегодня мы подводим итоги 11-го международного кинофестиваля «Евразия». Модное сейчас в мире понятие, как «Евразия», обрастает жизнью, живыми подробностями. А самая живая подробность любого дела – это культура. И как культурное явление, Евразийский кинематографический фестиваль – это очень мощное событие уже сейчас, а должно стать вообще мощнейшим, вообще, так сказать, делом, мощнейшим культурным делом, общим культурным делом. И я очень приветствую то, что Рашиду Нугманову поручено заниматься сейчас этим огромным делом. И я убежден в том, что это будет столь же талантливое детище. Итоги подводят зритель же, а не ты. Я так на таком автопилоте нахожусь, да, потому что здесь день и ночь работаешь, и очень такая стрессовая ситуация. Но гости, участники этого не видят, да, это наша кухня внутренняя. Но и поэтому я сужу только исключительно по отзывам людей, и с большим своему удовольствию вижу, что люди довольны в целом. Да, очень довольны. Я имел честь приехать к вам 25 лет тому назад. И за это время я увидел, как изменилась страна, как она расцвела. Я очень благодарен за эту поездку, за это приглашение. Я благодарен за эту возможность быть приглашенным в качестве жюри и иметь возможность посмотреть ваши фильмы. Фильмы оставили благоприятное чувство в моей душе. Я благодарен, я надеюсь, что кинофестиваль «Евразия» продолжит свой путь к развитию, и я надеюсь, что это будет успешным путь. Я надеюсь, это наша встреча не последняя. Сегодня хотим услышать результаты этого конкурса международного. И, конечно, мне кажется, это большая радость, что вот на этом конкурсе принимали участие столько представителей из разных стран. Из Южной Кореи директор Пусанского фестиваля Ким, господин Ким, и господин Сусаки Абдурахман, который является всемирно известным режиссером и постоянным членом Каннского фестиваля, членом жюри Каннского фестиваля. И ряд многих других наших выдающихся режиссеров из России, господин Соловьев, господин Разлогов. И все они, конечно, являются большими экспертами киноиндустрии. И в этом очень, как говорится, большой успех этого фестиваля в том, что привлечены очень мощные силы. Желаю нашему кинофестивалю процветания и дальше, и в следующем году, и в будущих годах провести на таком же уровне, и еще, может быть, даже и больше, и привлечь можно как можно больше зрителей и как можно больше мировых фильмов. Итак, мы подводим итоги 11-го международного фестиваля «Евразия». Победителем в номинации «Лучшая женская роль» стала Фатима Мотамед Ария, азербайджанская картина «Набат». Диплом за лучшую мужскую роль получил Ержан Нурымбет, казахстанская картина «Жад» режиссера Ермека Турсунова.
Лучшим режиссером был признан Эльчин Муса Оглу, азербайджанская картина «Набат». Специальный приз от жюри получила индийская картина «Любимое дело», режиссер Адитья Викрам Сенгупта. Гран-при фестиваля завоевала кыргызская картина «Сутак» режиссера Мирлана Абдыкалыкова. Келин дал кетерин, бір күнде өле көрегер. Специальный диплом от жюри получила актриса Жибек Бактыбекова, сыгравшая в кыргызской картине «Сутак», а также режиссер картины «Я на джу, мне 10 и я разведена» Хадиджа Аль-Салями. Лучшим фильмом фестиваля «Созвездие Шакена» по версии жюри «Фипресси» была признана казахстанская картина «Шлагбаум» Жасулана Пошанова. Потому что мы не просим, знаем, что откажут. Мы рассчитываем только на себя. А у вас постоянно крыша, кто-то там помогает, брат, друг, отец. Надо рассчитывать только на себя. Если ты чего-то хочешь добиться, ты должен по полной выкладываться здесь, а не вкалывать охранником или стоянщиком. Мен кромада орнымасам, қаншақшы берді дейді. Ну, мали отсюда! Қаша төреді сығаны! Не, жоғыл мали! Вышли, дейва! Қаша норм мали! Хочу верить тебе, Сыгане! Я своей жизни ничего сам не добился. Единственное, что я хотел сделать, это поехать и поступить в университет. Сам! Номинация «Лучшая женская роль» была присуждена Альфие Симбаевой, сыгравшей в казахстанской картине «Первая жена Сагынтая» режиссера Данияра Саламата. В номинации «Лучшая мужская роль» победил Еркебулан Даиров, казахстанская картина «Шлагбаум» режиссера Жасулана Пошанова. Лучшим центральноазиатским фильмом была признана казахстанская картина «Кунанбай» режиссера Досхана Жолжаксынова. Менің бар білетінім осы, біреудің нақаққанын. Арқалама қарағым. Бәрінде өлім жоқ бетті ғой. Енді тым болмаса мәйіт алуға рұқсат ет. Мұсылманша арулап қояйық. Рұқсат. Марқұмның қадесін атқарып жүрді. Сіз енді аға сұлтан емессіз. Старшындар мен билердің, байлардың, сіздің үстіңізден жазған қап-қап арыстары округтен асып бомбыға жетті. Это картина про государственника Кунанбая, который в одном роде тобықты хотел как бы смодулировать, что ли, модель государства со всеми законами, со всеми приложениями к закону. Человек был очень эрудированный и, скажем так, по-современному и по шариату он шел в ногу со временем. Я напоминаю, что всю информацию о фестивале вы можете найти на сайте eurasia.ff.com, а также на официальных страницах Facebook и Instagram. Увидимся ровно через год в Алматы на 12-м международном кинофестивале «Евразия». Пока!